Привет, дорогие мои друзья! Сегодня у нас на обзоре Wi-Fi реле Julun Smart Switch. Поставляется в простой белой коробке с изображением устройства, логотипом Midea и основными характеристиками. Все надписи на китайском. Реле работает в регионе Китай. У меня стоит модифицированная версия Mi Home от Waves, соединяющая все регионы. Комплектация минималистичная. Само реле двухсторонний скотч для крепления. Модуль небольшой, по типу тех, что встраивается в люстры. Его размеры 82 на 35 на 22 мм. Модуль позволяет управлять нагрузкой до 10 ампер в сетях переменного тока 100-240 вольт и допустимым диапазоном рабочих температур от минус 5 до плюс 55 градусов. Отдельно отмечено, что максимальная мощность LED нагрузки не должна превышать 350 Вт, так как реле работает по протоколу Wi-Fi и подключается непосредственно к роутеру, никаких шлюзов не нужно. Для подключения в экосистему включаем питание на реле, запускаем приложение Mi Home. В верхнем правом углу нажимаем плюс и следуем указаниям. Если реле не обнаружилось автоопределением, можно попробовать сбросить его настройки, нажав 5 раз кнопку Reset. Во время подключения устанавливаем местоположение и имя. После завершения подключения установится плагин для настройки и управления устройством. Кстати, Алиса сама обнаружила новое устройство от Xiaomi в сети. Через Яндекс и Алису управляется. Я купил два таких реле. Одно из них я использую для включения света в люстре. Раньше она была с пультом, потом, когда пульт начал глючить, переделал ее под это реле. А второй использую для включения вентиляции в ванной при повышении влажности выше 65 градусов. В заключение могу сказать, что реле хоть и скромное по всем своим параметрам, заинтересует многих. Работа по протоколу Wi-Fi хоть и уступает надежности по сравнению с BLE Mesh и ZigBee, но имеет больший радиус действия и позволяет сделать автоматизацию без шлюза. Алиса, включи вытяжку. Алиса, выключи вытяжку. Надеюсь, реле вам понравилось. Если возникнут вопросы, задавайте их в комментариях. Ссылку на данный товар оставлю в описании. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь и смотрите другие мои видео. Пока-пока.